Тем временем сам Старый Свет из-за мигрантов усиливает меры безопасности. Сообщается, что на улицах резко вырос уровень преступности. При этом в Германии уже завтра стартует сезон карнавалов. И все боятся повторения событий новогодней ночи, когда сотни женщин обратились в полицию из-за домогательств со стороны приезжих. В результате во многих городах на дежурство выходят дополнительные патрули. Мигрантам раздают памятки с правилами поведения. Но в Кёльне пошли еще дальше и устроили учебный карнавал, чтобы наглядно показать беженцам, что будет происходить во время торжеств, как будут выглядеть его участники и что позволено делать, а что нет.